Я так-то обзор снимаю. Эй, дамочка, пододвиньтесь, пожалуйста. Да? Ты моя дамочка? Посмотрите, что делает, да? Вот так вот. Хочет любви и внимания. А мама уселась в свои баночки. И снимает баночки вместо нее. Да? Всем привет, привет, ребята. Насмешила я вас, наверное, с кошкой. Но, если честно, у нас перед каждым обзором практически, не буду врать, что перед каждым, практически перед каждым, моя кися решает, что она тут главная, и вообще, что это, какие могут быть банки-склянки, я тут у тебя есть. Ну что ж, давайте с вами поговорим о такой вещи, как масочка. Значит, реактивная маска патч для лица. Это идет в подарок от компании Faberlic. Все 20 штук в подарок за то, что я делаю заказы и заказываю подарки по программе Faberlic Club. Программа Faberlic Club у нас закончилась. Сейчас у нас каждый шестой продукт в подарок. Мне уже компания, я не знаю, из-за того, что у меня большие заказы, 3 на 4 надарила только этих подарков. Я, конечно, в шоке, но... Ну, хочет, пусть дарит. Да, и потом у нас с вами получается Like Faberlic. Да, в следующем периоде, в следующем каталоге будет Like Faberlic. И все, кто делал 2 каталога подряд не менее чем на 1000 рублей заказ, на третий период, уже в третьем периоде могут спокойно уже заказывать один продукт с 70% скидкой. Например, коктейль Wellness для похудения будет с 70% скидкой. Или какая-нибудь дорогая парфюмерная вода. В общем, ребят, сэкономить можно до 500 рублей. Я это сама лично высчитала и думаю, что очень даже классно. И эта программа Like Faberlic, она, по-моему, так, январь, февраль, март, по-моему, до февраля, если я не ошибаюсь. Я потом посмотрю обязательно, я забыла, ребят. Вот, и смотрите, вот эта маска Pralexir, я ее взяла 20 штук не для того, чтобы просто делать маски, а для того, чтобы сочетать ее с Diadens Cosmo. Почему? Потому что такая рекомендация в чате по Денису была. Значит, артикул 0736, сама маска Diadens Cosmo, это, в принципе, дорогой продукт, стоит 6666 рублей демонических. Вот, и получается, вот эта маска Diadens Cosmo, так, сейчас скажу ее артикул, найду вам обязательно, скажу, 707910, 70910. Вот, она идет для индивидуального ухода за кожей лица. У нее идут показания к применению, коррекции, профилактика возрастных изменений кожи лица. Ну вот, мне уже скоро 40 лет. Ну, так-то мне 37, конечно, но 3 года до 40 осталось, да. И получается, эту маску я беру с удовольствием, потому что, ну, она мне нужна для того, чтобы делать вот ту вот маску, да, которая идет как ток. Вот, у нее есть 2 режима, это питание и лимфодренаж. Поэтому я очень довольна, что я постоянный покупатель компании Faberlic уже более 6 лет, я VIP, и вот такие вот призы мне дарятся. Вот, далее смотрите, шоколадки без сахара, полезные. У меня их, конечно же, мы тут дочки младшей Викуськи нашей прокалывали 10 укольчиков, ну, кололи глиотилин, да, то есть это наотропы. И, конечно же, после каждого укола, так как колола ей уколы лично я, нам неохота было ходить в больницу, она видит больницу, начинает выть, она воет полчаса, а тут я наведу укол, быстренько, да, втихаря от нее придем, уколем, сразу шоколадку дадим, и ну, у ребенка меньше шока. Я ей давала по 8 долек, да, то есть отламывала, и, конечно, шоколад вообще быстро очень ушел. Дочка старшая у меня тоже этот шоколад кушает, муж тоже ходит, таскает эти шоколадки, поэтому я вот заказывала 10 штучек, вот пока заказ лежал 3 дня, осталось 4. Да, девчонки тут ко мне в гости приходили, и я их тоже шоколадкой угощала. Говорю, Натя, пробуйте. Кстати, никто мне ни разу не сказал, что шоколад невкусный. Это очень приятно, дорогие мои. Прямо очень приятно. Значит, артикул 16019. Кто не знает, прелесть этого шоколада того, что он без сахара. Есть темный шоколад. Я вот сейчас в этот раз взяла молочный. Я довольна. Я очень довольна этим шоколадом. И, конечно же, мне нравится, что мой ребенок может скушать побольше и получить
грубо говоря, полезные какие-то для себя вещества в свой организм и ни капли сахара, потому что сахар все в последнее время ругают, и сахар я ем крайне редко. Ну, может быть, там в тортах на дни рождения или еще что-то. Мы даже сырники сейчас на стевии печем. Вот, уже привыкли. Далее, детское мыло, ребят. Детское мыло, прожили без него целый месяц. Представляете? Ну, потому что уехали, решили не заказывать, а когда приехали, забыли заказать, и вот он только еще пришел. Значит, с ароматом малинки 2388, две упаковочки детского мыла, и с ароматом дыньки. Я, скорее всего, на этой дыньке и остановлюсь, потому что мне больше все-таки, по-моему, дынька. Сейчас я напомню себе вкус. Все-таки он мне больше нравится. Он менее агрессивный. Да, дынька такая нежная, вкусненькая, классненькая. Хотя руки мыть не мне, но нюхать мне. Значит, 200 мл, артикул 2356 получается. Да? То есть это вот детские мыльца. Обычное детское мыло с натуральными красителями, с натуральными ароматизаторами и так далее. Далее идет зубная паста яблоко для детей 3+. Артикул 2358. Она идет такая, знаете, обычная гелевая. Так, открыть бы ее. И у нее такой вот приятный аромат, тут еще пакетик сверху, божечки ты мой. Да, и у нее такой вот, да, то есть вот такая вот она. У нее обычный такой приятный аромат, бубльгума клубничного, что ли. Ну, что-то типа этого, да. Мне она нравится. 2358. Значит, она специально для, создана для детей 3 лет. Вот. Зубки будут в порядке, если 2 раза в день будем чистить их. Безопасно при случайном проглатывании. Вот эта вот аннотация, конечно, мне очень понравилась. Я сейчас все время 3+ беру. Хотя нам 7 лет, но в связи с особенностями развития мы берем 3+. Далее, маска «Двойное питание с аминокислотами». Где-то должен быть шампунь. Обалденная, ребят, маска. Очень хорошая маска, очень хороший шампунь этой серии. Я прям без ума от этой линеечки. Сейчас я уже заканчиваю вот линеечку Summer Care, летнюю, да, хотя мы уже все в шапках тут ходим. У нас холодно, у нас прохладно. Я так кайфую от этого холода, потому что столько я времени провела в джубге, что... Честно вам сказать, я так устала от этой жары. Ну, знаете, когда родился уже, грубо говоря, ближе к северу, так ты уже и на севере, да, вот мы ездили тут в гости в Новосибирск, и вот вы представляете, ну давно уже ездили, мне там было вот абсолютно комфортно в Новосибирске. Я вообще, как бы, если честно, очень даже кайфовала. Вот, а в жаре в джубге, когда мы провели первый раз 28 дней, второй раз 24 дня, практически все лето в жаре было, получается, из 3 месяцев, 2 месяца, грубо говоря, мы провели в этой джубге, то я, если честно, не особо бы хотела столько жары много. И сделала для себя вывод, что в жаркий, в теплую страну мне как-то ехать не хочется. Вот, значит, маска «Зимняя технология», интенсивное питание «Блеск», эффект антистатика, артикул 7780. Шикарнейшая маска, прям ее обожаю. А далее, смотрите, оказывается, помните, я вам говорила, что No Snow, Антону не подходит шампунь. Так вот, он пользовался шампунем, по-моему, 2 в 1. Шампунь-бальзам 2 в 1. И он ему чем-то там не подошел. Может, с бальзами какой-то состав, может, еще что-то. А вот этот шампунь после выпадей, шампунь против перхоти, контроль над жирностью, зеленый чай, он как-то раз взял у Кати помыть голову. Катя его любит. Любила. Сейчас она любит черный шампунь мицеллярный, да, из нашей новой корейской линейки. И вот, вы знаете, так получилось, что он попробовал у Кати нечаянно, говорит: боже мой, слушай, голова не чешется, все здорово, все классно, говорит, закажи мне. Вот я ему заказала, сейчас он будет его тестировать, пробовать, и потом в пустых баночках вы его увидите, да, в итоге увидите, когда он закончится у него, и он мне, ну, как бы расскажет, все ли хорошо при длительном мытье волос, потому что он 1-2 раза помыл, и там он уже закончился, и все. Артикул 1303. Линейка вот тут идет широкая, там есть другие шампуни, есть бальзамы этой линейки. Бальзамы мне тоже безумно понравились, классные. И вот именно этот шампунь против перхоти, зеленый чай, контроль над жирностью. У него, во-первых, нейтральный аромат, во-вторых, он такой, знаете, обычный, светленький. Вот, аромата практически нет никакого, знаете, свежесть такая, и все. Вот, далее,
идут таблетки для посудомоечной машины, все в одном, эффективно придает блеск, не требует соли ополаскивателя, 20 таблеток. Ну, мы пока не пользуемся ни солью, ни бальзамом, хотя мне девочки писали, что соль обязательно нужна. Вот, значит, что тут написано? Предупреждает образование известкового налета. Ну, может быть, я буду потом пользоваться солью, пока посмотрим. Значит, предотвращает помутнение стекла, придают блеск, придают сияние. Ну, знаете, я уже про него рассказывала и скажу еще раз, что смотря какой режим вы выбираете. Если вы выбрали там полчаса и холодное, то навряд ли она что-то отмоет. И тут не в таблетках дело, да. То есть, поэтому надо выбирать режим часа полтора, вот тогда от полутора часов и выше, вот тогда вот тут все, что тут написано, сбудется. Если вы выберете режим поменьше, то вы будете не особо довольны результатом. Артикул 110-60, 20 штучек. А, кстати, какие они? Давайте я их открою. Да, то есть обычные такие вот штучки без запаха, ребят, что мне очень-очень нравится, они идут без запаха. Далее, смотрите, у нас идет программа Гидрейн. На самом деле программа над управлением веса, она очень обширная, и там есть и коктейли, и антицеллюлитные кремы. То есть у нас вообще для похудения средств очень-очень много. Вот, и есть такие вот препараты, 4 штуки, это MetaUp, Calorie Block, Lisfit и Гидрейн. Вот, я заказала Гидрейн. Почему заказала? Потому что хочу начать с, получается, как он даже выразится, вот убрать с себя вот эту вот лишнюю отечность, что ли, вот или как он, да? То есть он предназначен именно для деликатного очищения, у кого ухудшена предстальтика, допустим, кишечника, допустим, как у меня, потому что я все время сижу, мало двигаюсь, он вообще шикарно, деликатно очищает и регулярно, и все у вас будет здорово. Далее он идет как выведение излишков жидкости. Натуральные ингредиенты в составе дрожжей Гидрейн позволяют сделать процесс очищения безопасным и эффективным. Также идет комплекс на основе растительных компонентов. Предотвращает накопление лишней жидкости в организме, снижает выраженность эффекта апельсиновой корки и отеков, вызванных излишками жидкости в организме. Обладает дренажным эффектом, идет 60 порций. Также в составе идет петрушка, которая известна своими противоотечными свойствами, и традиционно используется для выведения излишков жидкости из организма. Также микрокристаллическая целлюлоза, сокращенно МКЦ, это невсасуемая клетчатка, губка для кишечника, которая активизирует предстальтику кишечника. Такие вот таблетки, они идут без оболочки, не особо-то вкусные, но и не противные. Вот, и их нужно просто так вот принимать. Значит, способ применения у них, сейчас я вам скажу, принимать по 1-2 порции в день, запивая водой. Рекомендуемый курс от 1 до 2 месяцев. Ну вот смотрите, 60 порций, если по 2 таблетки в день пить до 2 месяца подряд, сколько штук нужно, да? То есть, ну тут сами посчитаете, конечно. Вот такая вот красота, артикул 156-20. Также есть в линейке, получается, MetaUp, Lisfit и Calorie Block. Да, то есть, и вот недавно Calorie Block у меня уже заказали, у меня его уже унесли, я его вам не могу показать, потому что девушке нужно было срочно, но я вам зачитаю на сайте. Значит, Calorie Block, артикул 156-29. Так, значит, цена у него 370 рублей у Calorie Block. Вот, стимулирует расщепление жиров и способствует выведению из организма. Блокирует усвоение углеводов и жиров, снижая калорийность рациона. Улучшает пищеварение и предстальтику кишечника. Нормализует обмен веществ. И в составе входит хитозан, плоды фенхеля и экстракт стручков фасоли белой, экстракт горцини, камбоджийской и пиколинат хрома. Да, то есть и применять Calorie Block, вот, который у меня уже забрали, по 3 порции в день, запивая стаканом воды. То есть утром, днем и вечером. Вот такой Calorie Block у меня забрали с артикулом 156-29. Далее, смотрите, колготочки. Такие вот 100 деночек. Шикарненькие колготки. Не первый год их заказываю. Заказала 116-122. Не знаю. Сейчас она носит 116-122. Они тянутся отлично, великолепно. Я очень надеюсь, что они не малы. Вот. Я нечаянно ошиблась, но что
что вот не знаю, распаковывать их или нет. Скорее всего, я одну упаковку распакую, мы примерим, а вторую, если что, можно сделать возврат. Возврат в течение 14 дней у нас есть. Конечно, если я бальзам скрыла, то там уже ничего не вернуть. Вот, а вещи, они могут возвращаться. Но мне кажется, колготки не подлежат, по-моему, возврату. Подскажите мне, пожалуйста, я вот ни разу не возвращала. Может быть, я их подарю просто кому-то, да? То есть вот такие вот хорошие хлопковые, классные колготки. Но они не 100% хлопок. Значит, тут идет 82 хлопок, 8 полиэстер, 10 спандекс. А артикул у именно 122 размера, 815,89. Скорее всего, мы их за зиму легко-легко износим. Да, то есть вот они такие. Тут идет такой вот укрепленный мысочек. Они классные, ребят, классные. В чем классность? В том, что они вроде бы легкие, но с другой стороны они идут такие тепленькие. Пусть и без начесика, это как-то мне вам показать, да? То есть вот это внутри, а вот это вот снаружи. Гладкие, классные такие, ванильные, хорошенькие колготочки. Резиночка толстенькая, не впивается в талию. То есть, ну, как бы ребеночку комфортно в них бегать, прыгать, валяться и так далее, да? Везде ползать и все такое прочее. Повторный заказ вас. Но я не могу не показать, хотя я недавно показала. Пусть вам это не кажется нудным и скучным, потому что это не мне, это на подарок одному очень хорошему человечку. Значит, артикул 910-065. Это вазочка такая вот 18 сантиметров. Очень симпатичная, да, такой бочоночек хорошенький. И артикул 910-066. Это 23 сантиметра. Материал керамика. Материал керамика. Жалко, что коробочки не оформлены. Вот, поэтому придется... придется что-то вот придумывать, оформлять. Ну, вроде бы неплохой такой вариант, да, на подарок. Очень даже думаю, что будет красиво. Значит, вот такие вот сушилки для обуви. Эффективно впитывают влагу, помогают устранить неприятный запах. Можно использовать каждый день, незаменимы для людей, занимающихся спортом. Отлично подходит для сезонного хранения обуви. Ну, то есть вот такие вот. Значит, что у них внутри? Так, не заливайте сушилки водой, не нагревайте свыше 150, не вскрывайте, сушилки, не допускайте попадания. Там внутри какие-то шарики, да? Вот, эти шарики впитывают воду. Я заказала пару штучек, потому что, ну, всякое бывает, такая вещь в доме вообще нужна. Нужна, но, конечно, не так мало, всего 5 штук, но все равно. Так, артикул вот 118-76 артикул у них. Далее, 100 лет не заказывала такие вот салфетки для кухни. У них одна сторона идет моющая, а вторая сторона идет прямо чистящая. То есть они с артикулом 115-24, они удаляют особо сильное загрязнение без моющих средств, если вам не хочется пользоваться моющими средствами, да? То есть такие вот они ребристые, классные. Я недавно их заказывала, вспомнила, недавно заказывала, но их у меня забрали. Их у меня забрали, купили, и мне пришлось заказать себе заново. Значит, артикул 115-24. Поэтому подробно про них не буду рассказывать. Далее, значит, такие вот губки. А главный ее плюс, то, что она, знаете, постепенно крошится, ее нужно менять, сменивать, да. Губка универсальная. Кстати, у нас скоро появятся антибактериальные губки. Я этот заказ сделала, не знала, что у нас появятся антибактериальные губки. Я не посмотрела следующий каталог. Вот, поэтому, ну, будем смотреть сейчас. Размер 11,5 на 7. Артикул 119-19, это обычная, универсальная, очень даже грубенькая губочка такая, да, которой можно все мыть, но вы ей не поцарапаетесь, даже если она грубая, но она отмывает хорошо. Так, салфетка универсальная, я взяла 3 штучки, хочу все салфетки поменять. У нас очень много салфеток в стирке, и вопреки запретам мы их все равно стираем с остальным бельем, и получается иногда такое, что они все-таки купаются у нас в бальзаме купаться нельзя, ну, грубо говоря, мы за ними плохо ухаживаем, чтобы они выдержали 1000 стирок. Значит, артикул 110-31.
Тоже очень хорошие салфетки. Они легко удаляют пыль, очищают, полируют без разводов и ворсинок. Прекрасно подходят для любых поверхностей. То есть ими тоже можно мыть, стирать классные такие вот салфеточки. Далее гель для бритья и умывания. Один в запасник, один Антону, мужу, и второй папуле, свекру, вернее. Артикул 2541. Папа еще его не пробовал, но его любимые с 8 почему-то больше нету. Скорее всего, ожидаем какую-то обновленную линейку, потому что мужская линейка там очень сильно подходит к концу, поэтому я много не стала брать. Значит, в линейке Barber Lab есть гель для бритья и умывания. Давайте вот этот, который у мужа, я его скрою, да, то есть он такой вот прозрачный, то есть вы его наносите, аромат бомбезный. Ну, знаете, такой мужской грубоватый аромат, да, то есть наносите и бреетесь. Он слегка-слегка пенится, если его вспенить, но я думаю, вспенивать-то ни к чему, да, согласитесь. И очень хорошо видно, вот почему они у меня оба не любят пену, потому что у обоих есть, знаете, такие выступающие родинки на щеках, какие-то неровности, и, конечно же, они резались. Они резались, сейчас они не режутся, потому что полностью все прозрачно, и причем тут еще идет защита от микропорезов, это тоже здорово. Получается, что вообще никаких порезов, потому что они видят, что они бреют. Я думаю, это очень важно для мужчин. Так, далее, дезодорант, антиперспирант. У нас стоит два, но я еще один на всякий случай заказала. Я очень люблю забывать про мужа, потому что он такой скромник, никогда ничего не просит. А если что-то попросит, то опасается, что я его опять чем-нибудь намажу. Артикул 0507. Обычный дезодорант, антиперспирант, который хватает на 24 часа, ребята, не больше. Вот, три зубные щетки. Одну сейчас сразу выкинем, а вторая идет в запасники, и третья тоже, ну, мало ли что. Да, бывает такое, что у нас там детки ночуют у кого-то или еще что-то, и бывает, что нет зубной щетки, поэтому я взяла детскую с присоской. Думаю, прикольно будет и поиграться, и почистить зубы. Ну, может быть, они все и выкинуты будут, я не знаю. Мы щетку меняем каждые 2 месяца примерно. Все-таки это малыш, ребенок... Поэтому каждые 2 месяца меняем. Артикул 90-10 у голубой. Артикул 90-09 у зелененькой. И у розовенькой, вот какая у нее сейчас, артикул 90-08. Мы ее сейчас поменяем на зелененькую, потому что розовенькая уже нам всем самим приелась. Вот, дальше заказала, как мы смеемся с дочкой со старшей памперсов. Кто так называет, ставьте лайк. Вот, заказала. У нас 2 взрослые девочки есть, которым эти средства пригождаются, поэтому 4 упаковочки сразу взяла. Артикул 112-95. У ночных 7 штук, они более длинные. И дневные, артикул 112-89, их тут 10 штук. Вот. Они идут с тумериновым чипом, получается. Вот, да, то есть, видите, тут вот очень много чего написано, поэтому вы можете прям, ой-ой-ой, взять, почитать. Вот, они идут дышащие, инновационные дополнительные бортики по краям, анионовый чип и легкий аромат зеленого чая и так далее. То есть, они такие хорошенькие, да, то есть, вот, вот как надо было. У меня камера новая, и я еще не совсем привыкла к ней. Ну и моя любимая бытовушечка, да, концентрированное средство для чистки ковров и обивок, отличное средство, уже не первый раз пробуем его, то есть мы стираем диван тогда, когда нас нет дома, то есть перед отъездом, то есть по-хорошему постирали, уехали, на нем уже никто не спит, он спокойно высыхает, артикул 112-51, отлично отмывает даже белоснежный диван, это уже проверено на практике. Далее, концентрированный стиральный порошок. Так, артикул 300-3-00-24, он идет 800 грамм, он идет именно для деликатных тканей, получается, идет для деликатных тканей, ну, там, шерстяные вещи стирать и так далее, да, вот, не вызывает аллергии, практически нет никакого аромата и так далее. Пара средств мыть полы, я этим средством мою полы, хотя и можно, в принципе, мыть все, да, в тазик развели и пошли мыть полки и так далее. Вот, полы, стены, предметы интерьера, мебели, изделия из пластика, керамики, дерева не требуют смывания. Вот, 500 мл, артикул 112-17, ультракондиционер для белья, раз, два, три,
3. Значит, вот это детский. Мы Викина с утра запускаем, да, после того, как она ночью у нас уплывает. У нас еще бывают проблемы с уплыванием по ночам. Артикул 118.56, это 0+, практически без запаха мы ей берем. Вот, эти два посильней, это уже наше белье стирается. Значит, восточный пион 118.53, розовый бархат 118.55. Очень люблю эти ароматы, не могу сказать, какой лучше. Пусть этот погрубже, этот понежнее, но оба обалденно хорошо пахнут. Концентрированное средство для стирки цветных тканей, артикул 118.43. Ну, у нас у Викуси очень много цветных тканей. Вот, концентрированный гель для стирки белых тканей, артикул 118.42. Ну и, конечно, концентрированный гель для стирки белого белья. То есть вот эта пара. Мы используем все в паре, да, артикул 115.15. А вот это средство для мытья посуды и детских принадлежностей. Мы моем бассейн, игрушки, горку. Вот сейчас батут дедушка приедет, соберет. Мы же ребенку батут купили, но она пока в домик играет, пока она играться в домик не может, поэтому ждем, когда собирать батут, когда уже... Обычный картонный домик, ребят, за 700 или за 900 рублей. Она прям живет в нем. Она прям... Ну, знаете, в магазинах иногда стоят там кто-то... их разукрашивать и так далее. Вот она прям вообще вся в этом домике пока целую неделю. Вот, значит, средство для мытья посуды и детских принадлежностей идет с артикулом 115.17, да, то есть у нас нет специально, да, то, что мы там Викины тарелки отдельно моем. Нет, средство для мытья посуды, оно идет 0+. Но игрушки нам удобнее мыть вот этим голубым флакончиком, потому что мы уже привыкли мыть. Ну что ж, все горло проговорила. Всем пока-пока. Кому было полезно, ставьте лайк. Кому не полезно, дизлайк. С вами была Конова Аня, проект Faberlic Online. Заказ только полезного, как вы видите. В этот раз ничего попробовать, никаких новинок, ничего, просто полезное все. Пока-пока.